Фу, мои хорошие приветульки, я созрела на блины. Время, ну, ночь. А что делать? Ну, во-первых, мне надо Мартюше сварить кашу. Пока варится кашка, я замучу блинчики на кефирчике. И вас приглашаю с собой поделать дела опять. Дочь утром возьмет с собой блинчиков. Муж приедет, покушает. Так, ну что, мои хорошие, начинаем. Нам понадобится с вами кефир. Любой, какой у вас есть. Пол-литра. Не буду наводить прям вот конкретно на продукты. Я думаю, вы у меня все умеете готовить блинчики на кефире. Да? Да. Я тоже так думаю. Ну, кто не умеет, записывайте. Пол-литра, 500 грамм кефира. Дальше. 2 яйца. Где мой любимый нож? Раз яичко. Любимый Мартюша рядом. Два яичка. Ручки от яичек сполоснем. Берем венчик. Мне как-то написали, Люба, у тебя нет венчика. Все у меня есть. И взбиваем. Где-то у меня еще другой был венчик, но не нашла. Переодеваться специально не стала, потому что все равно сейчас все испачкаю. Так. Минуточку. Все серьезно. 1 чайная ложечка соли. Соль убираем, она нам больше не нужна. 2 столовые ложечки сахара. Записывайте, записывайте пока. Чайная ложечка соды. Сода погасится кефиром. Потому что в кефире есть такая кислинка. Посыпаем. Убираем. Не шуршим. Перемешиваем. Хорошенечко, тщательно. Погодите, нам понадобится стакан кипятка. Так.
Ждем кипяток, ё-моё. Забыла. Но он не сильно остыл, поэтому сейчас чуть-чуть подогреется. И примерно 2 стакана муки. Здесь у меня было больше 2 стаканов. Тесто на этой фазе получается такое густоватое. Но не забываем, у нас еще стакан кефира. Ой, стакан горячей воды. Здесь чуть меньше стакана, поэтому я сейчас добавлю еще. И сразу перемешиваем. Ну, вот как раз я сделала где-то стакан. Примерный рецепт напишу в описании. Все, комочков у нас нету. Все замечательно. И добавляем примерно 2 столовые ложки масла. Возьму свою любимую сковородку. Я на ней, правда, блины еще ни разу никогда не пекла. Я пекла на своей старенькой сковородке, но сейчас хочу попробовать на этой. Я на секунду от вас отключалась, насыпала разные крупы для Мартюши, чтобы сварить ему кашку. Сковородочка у меня уже нагрелась, и на первый слой я капельку масла, прям капельку. Прям совсем чуть-чуть. Говорят, первый блин комом. Как вы думаете, у нас будет комом? Сковородка еще не нагрелась. Ой, ой, простите. Очень было шумно. Но раз я обещала, я должна сделать то, что я обещала.
Сейчас посмотрим, что у нас получится. Тарелочку достал. Печем блины. Стройняшка, ё-моё. Фотомодель. Так, у Мартюши там вода закипела. Здесь у меня осталось чуть-чуть гречки. Ой, прищепку неправильно поставила. Ой, опять что-то неправильно кто-то поставил. Пенку я сейчас всю у него сниму. Вот. Ой, какая красота-то получается. Какова красота, какова красота. Ё-моё. А запахи уже. Плохо нагрелась еще сковородка. Ё-моё. Горяченькой. Ничего, нормально эти сковородки печется. Сейчас второй вам блин покажу. Первый не буду. Хоть он и не комом, второй должен получиться красивее. Что ж, как цепочка-то всегда у меня греется-то, а? Не понимаю прям. Зараза горячая. Неудобно этой штукой. А этой железной сейчас поцарапаю на сковородку. Какие? С дырочками.
первый блин я решила попробовать. Соли не хватает. Нет, хватает. Мартюшину кашу делаем тише. Первый блин сильно масляный. Вот. Все тут хватает. Ой. Ой, ой, ой. Горяченькой, красивенькой. Какова красота, какова красота. Видали, какая красота-то? Лепота. Все. Мартюшину кашу выключили. Она готова. Вот так. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье и не болейте. Вот так. Вот такая красота у нас тут в рюшечку получается. Видали? Вы видали? Вот, да. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье.